ушла из жизни актриса Кишиневского театра имени Чехова Зинаида Чеботарь. Окончание мастера искусств актрисы Кишиневского русского драмтеатра имени Чехова сообщил в соцсетях Геннадий Бояркин. По его словам, прощание состоится в понедельник, 3 декабря, с 14 до 15 часов в фойе театра. Искренние соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!